Каракат и Кадрали, Жазира и Жанболат, Аша и Арман. Теперь вот Ален и Галия. В рядах поющих вместе супругов планируется пополнение. Бывшая участница трио Асыл опубликовала в Инстаграм фото с супругом и подписала: «Как вам такой дуэт?», заинтриговав тем самым поклонников их творчества. Была интрига, но это всего лишь осталось на уровне интриги. Нет, на самом деле это такой процесс. Конечно, мы бы могли, да, я всегда говорю, что, конечно, можно было бы там, так скажем, наскоряк там выпустить клип и сделать дуэт, потому что это типа актуально, что мы поженились там и нужно делать песню. Но я считаю, что все-таки это должно прийти. Это же ведь песня. Это должно быть со смыслом все сделано. Бывший фабрикант, который начинал свой творческий путь на одной сцене с Алио Каповым и группой The Jiggets, считает, что не стоит пиариться за счет своих отношений и цепляться за любую песню, лишь бы о паре говорили. Мы уже, так сказать, честно говоря, выступаем уже вдвоем как дуэт. Ну, есть у нас песенки, которые мы там каверы какие-то поем. Для друзей, для родных. Да. Вот. И, ну, конечно, что-то будет. Но вот когда... Вопрос. Сейчас у Галии такой период, она сейчас занимается своим, так сказать, творчеством, пока каким мы не скажем. Вот, очень надеемся, что все получится, что все, и в скором времени мы все увидим эту работу. А может и не будет ничего, и Галия займется бизнесом, шутят Самукеновы. Мы же ждем от одной из самых красивых пар шоу-бизнеса только хороших новостей.